Здорово, чокаю. Вот этот вот человек за кадром предложил мне что-то там послушать и посмотреть. Не факт, что мне понравится, но посмотрим, как это будет. Я предлагаю тебе посмотреть батл. Это отборочный раунд King Inertia из Соединенных Штатов Америки. Очень крутой чувак. Давай посмотрим его отборочный раунд, а потом посмотрим его батл против нашего парня из России, Пети Хелиум. 3, 2, 1, битбокс. Keep that energy up, cause up next to the stage, they call him Опять the Trap God. Это Скотт Джексон. They call him the Inward Bass God. Fresh off a win 2019 Great North Champion, representative of the United States, ladies and gentlemen, give it up. Косичка его понравилась. Да, он классный. О, нихера себе какой. Я думаю, что тебе должно понравиться. Is this the first stage you've touched in Europe? It is. Yo, this is the first time he's in Europe. Make him feel welcome. Come on! Warsaw, show some love. King Inertia coming at you live and direct. I say the three. Y'all say the two and the one. Crowd in three. Блин, он очень-очень круто представляет. And what do you want from me? Hey, yes. And then 2, 2, 3's if again. Around with me, you'll see. I'm hot, I'm 5 degrees, yeah, hearty. And go to Bayari, but that does. And I'm easy to me, got to want. And got to want me. Какая-то африканская музыка пошла. Ебать там атмосфера. Ну, звучит многообещающе. Я знаю эту песню. Заебись. Thank you.
прикольно. Начало было пиздатое, и концовка. A-O-G-B-B. Чисто психанул, блять, в конце. Yo, time. Ну что, как тебе? Блин, прикольно. Классно. Ну, я заметил, что тебе в пару моментов прям очень сильно понравилось. Да. Были моменты, когда прям разрыв. Когда пел НАСА, начал он исполнять прям разрыв. Концовочка, как я он прям психанул. Да. Вообще, класс. Чувак молодец. Чтобы ты понимала, на этом отборе из 26 человек, которые там участвовали, то есть 26 человек уходило так же, как он, на 4 минуты показывали свой перформанс. Среди 26 лучших он занял первое место. Заебись. То есть он прошел отбор, и он номер один. Дальше в следующем раунде, как раз уже батлы, которые я тебе показывал несколько, но показывал я преимущественно Loop Station, ребят. Вот, поэтому соло Настя видела мало. А, там он батлился с Петей Хелиумом, саранча. Чувак из России. Ну, прозвучи. У него фамилия такая. Еще хуже. Петя, сори. Что мне посмотреть? Напишите в комментариях, пожалуйста. Лайк, репост, подписка. Что? Отлично. Эй-эй! Михаил!